Ребята, Привет, привет! это у нас мой травоядных динозавров. Я вас попросил, чтобы хищных динозавров закончился, и там провал, и там идет бой уже травоядных. Это первый выходит бой. Ну так познакомим с каждым. Это трицератопс. Так, вот этот, да? Ну да. Давай я его покажу поближе ребятам, расскажи о нем. Это крупный из рогатых семейства цератопсид. И так. Второй боец, это стерокозавр. Ага. Его один рог, как у носорога. И он впечатляющий, и он родственник трицератопса, но меньше размеры. Размер трицератопса достигает 3 метра, высота близо 7 метров, а вес полторы тонны, наверное. Полторы тонны. А у стерокозавра длина совсем от 5-5 метров. Высота его 2 метра, а вес почти полутора... Полторы тонны. Нет, 4,5 килограмма стерокозавр. О, так 4,5 килограмма, это он малюсенький, ты что? Ну да, трицератопс большой. Значит, выиграет трицератопс, что он почти крупный с рогатых. Ну, он красивый такой, смотри, он такой голубенький, прям сказочный. Я прям не думаю, что он драться будет. Как ты думаешь? Может, они все-таки подружатся? Нет. Нет? Они решили посражаться, что это враг им. А, понятно, все-таки будет битва. Ну да, скорость. У них скорость одинаковая, что их 30 км в час. Они медленные. Угу. Что они большие растительноядные динозавры. Растительноядные, то есть они растения кушают, ну, да? Да. Они не хищники, правильно? Ну, правильно, но были плотоядные, сражались, но здесь это травоядные. И вот они встретились и решили посражаться. Да? Интересно, а что они не поделили? Травку или листики? Ну, давай еще заворотник и шипов. Расскажи, да. У трицератопса большой воротник. Но немножко побольше черепа, и там маленькие шипы на воротнике. А у стерокозавра почти такие длинные шипы на воротнике, но один рог. А у трицератопса три рога. Что это трицератопс? Ну туда, ребята, смотрите, а здесь три рога. Видите? Пусть у него воротничок меньше, но у него три рога. Смотрите, какой. Ну, а этот, мне кажется, больше по размеру. Он, смотри, выше. А нет, этот выше, я думаю, что по размеру. А, это когда настоящие они, да? Это просто игрушка меньше, ну, да? Ну, да, и начинается бой. Давай. Стая трицератопсов пасется. Там выходит стерокозавр и встретился с трицератопсом, и начинается бой. Они идут в атаку, и начинается битва. Угу. Трицератопс начинает первым ударять, потом они так делают, потом стерокозавр наносит дырку в голове, он клювом бьет и рогами бьет. И стерокозавр падает. Вот так даже. И он начинает в хвосте протыкать рогами. О! И там дырка в ро. Стерокозавр сейчас разозлится. Но он удается поранить трицератопса, как будто это уже его шрам. Угу. И начинает снова царапать, но... Не может воротничком, рогами не может завалить, что трицератопс четвероногий и стерокозавр четвероногий. Но потом начинает
таковать, вот так, где лати, вот так, и стерокозавр отступает. И... Так, отступает, что... но он еще жив? Ну да, и он обречен. И... Уже обречен. И он что, лег, да? Нет. И сказал, не бей меня, я уже все. Нет, он отступает, и победа за трицератопса. То есть трицератопс победитель, правда? Да, правда. Он... Итак, давай победителя покажем крупным планом. Ребята, трицератопс победил, да, Тимофей? Да. Ты рад? Да, он победитель. А ты за кого болел? Но за трицератопса, и он победил. Вот такая победа у трицератопса, ребята. На этом все. Подписывайтесь на канал Тимофея. Ставьте ему лайки. Пока-пока. Пока-пока-пока-пока-пока.